Здравствуйте. Все, кино не будет. Электричество кончилось. Лед тронулся, господа присяжные заседатели. Лед тронулся. Сейчас к людям надо помягче. А на вопросы смотреть ширше. Лёль, ну это же не эстетично. Да то дёшево, да дёшно и практично. Нет. Быстренько снимаем гипс и смываем ему. Так, а моё алиби? Ах да, ты остаёшься со следами насилия на лице. Так же, как жертва нападения неизвестных. Лёлик, только я тебя прошу, чтобы... Не беспокойся, Козлодоев. Козадоев. Козлодоев. Буду бить аккуратно, но сильно. Как говорит наш замечательный сатирик Аркадий Райкин, женщина, друг, человек. Минуточку, минуточку, будь добры помедленнее, я записываю. Житие мое. Какое житие твое, пес смердящий, ты посмотри на себя, житие. Деточка, а вам не кажется, что ваше место возле параши? Достаточно одной таблетки. Ну, граждане, алкоголики, хулиганы, тунеядцы, кто хочет сегодня поработать? А? На сегодня наряды. Песчаный карьер, 2 человека. Карьер песчаный, 2 человека. Огласите весь список, пожалуйста. А ты... Игота, Игота, перейди на Федота, а с Федота на Якова, а с Якова на всякого. Лошадь уходи. Отвались. Лошадь уходи, век воли не видать. Рубликов 70 положите? Ишь ты. Чё ж так много-то? Овёс нынче дорог. Север порядка 50 метров расположен... Туалет типа сортир. Обозначенный на схеме буквами М и Ж. Гражданин, уступите место. Встаньте. Если я встану, ты у меня ляжешь. Гражданин, эти места специально для детей и инвалидов. Она что, дети или инвалиды, а? Она готовится стать матерью. А я готовлюсь стать отцом. Что вы? Я артист больших и малых академических театров. А фамилия моя... Фамилия моя слишком известная, чтобы я ее называл. Это студентка, комсомолка, спортсменка. Наконец, она просто красавица. О, деревня, а? Ну ты даешь. Кто же его посадит? Он же памятник. Что-что? Я говорю, кто не работает, тот ест. Учись, студент. Как его довести до кондиции? Он малопьющий. Ну, как говорит наш дорогой шеф, на чужой счет пьют даже трезвенники и язвенники. А где царь? Закусывать надо. Вы, наконец, должны оправдать оказанное вам высокое доверие. И ты. Почем опиум для народа? В ту же секунду из замочной скважины выскочил и заерзал карандаш, острием которого отец Федор пытался ужалить противника. Враги, разделенные дверью, молча стали тянуть карандаш к себе. Победила молодость. В то время, как наши космические корабли бороздят просторы Вселенной... В таком виде я не могу. Я должен сначала принять волну... Выпить чашечку кофе. Будете там и ванну, будете кофе, будете какао с чаем. Поехали! Тебе нужен тост? Да.
А тост без вина – это все равно, что брачная ночь без невесты. Нет, я же не пью. А я пью. Что тут пить? По компот. Компот. Руки. А? Мыли? Ах, да. Все, что нажил непосильным трудом, все же погибло. 3 магнитофона, 3 кинокамеры заграничных, 3 портсигара отечественных, куртка замшевая. 3 куртки. Сеня, по-быстрому объясни товарищу, почему Володька сбрил усы. У нас очень мало времени, пей. Это энергичный танец. Ставь меня, старушка, я в печали. Старушка? Ах ты нахал! Я же на 5 лет тебя моложе! А ну пошли сейчас же! Да ты ведьма! Там у меня не рассудка, честно, сладко. Ясно, делириум тременс. А? Белая горячка. Да белый, горячий, совсем белый. Но вы не волнуйтесь. Через 3 дня поставим на ноги. Послушай, у вас несчастные случаи на стройке были? Не, пока еще ни одного не было. Будет. Пошли. Тут, наверное, змеи. Какие еще змеи? Кобры. Плафирую, да. Ляг. Ложись, дядя. Вась. Доцент. А доцент? Он не ложится. Пасть порву. Наши люди в булочную на такси не ездят. Угу. И кто увидел, вы, так сказать, первый свидетель. Никогда еще свидетелем не приходилось быть. Учит народная мудрость. Терпение и труд все перетрут. Раз. Кончил дело, гуляй смело. 2. Без труда не вытащишь рыбку из пруда. 3. Работа не волк, в лес... Нет, это не надо. Есть копейки, дай. Может быть, тебе дать еще ключ от квартиры? Где деньги лежат? Лопух, такого возьмем без шума и пыли. Давай пригласи его на рыбалку. На черные камни, как условились. С ночевкой пригласи. Только не суетись. Дитя мороженое, его бабы цветы. Смотри, не перепутай. Кутузов. Три девушки лучше. На кошках. Пожалуйста. Мой прадед говорит, имею желание купить дом, но не имею возможности. Угу. Имею возможность купить козу, но не имею желания. А да. Так выпьем за то, чтобы наши желания всегда совпадали с нашими возможностями. А что вы так на меня смотрите, отец родной? На мне узоров нету, и цветы не растут. По описи. Ну какой разговор? По всей форме. Опись, протокол, сдал, принял, отпечатки пальцев. Разрешите? Заняты, дядя. Ой. Не носит. Как вас зовут? Клара. А меня Карл. Дядя, белый танец. Дамы приглашают кавалеров. Или я. А ты сам дама, что ли? А это мое дело, персональное. Козел ты, а не дама. Что? Прекрасная погода, не правда ли? Ладно, потом поговорим. В руки другие. Титька-таракань. Вы-то чем занимаетесь? Свободная профессия. Собственное мясо хладобойня на артельных началах в Самаре. $330. Согласен. Каждому. Что? Что такое, дорогой? Птичку. Жалко.
Дорогой шеф, нет такого мужа, который хоть на час бы не мечтал стать холостяком. Рад. Здравствуйте, царь. Очень приятно. Царь, очень приятно, царь. Очень приятно. Здравствуйте, царь. Очень приятно, царь. Царь, очень приятно. Здравствуйте, царь. Очень приятно. Очень... Позвольте, товарищи, у меня все ходы записаны. На что гроссмейстер ответил меткой фразой. Контора пишет. Да здравствует наш суд! Самый гуманный суд в мире! На 15 суток. Ну, будете у нас на Колыме. Будете у нас на Колыме, милости просим. Нет, уж лучше вы к нам. Счастливо.